Депутат Совета депутатов Одинцовского городского округа от фракции «Единая Россия», директор Федерального научного центра овощеводства Алексей Солдатенко организовал очередной субботник в поселке Внеисок. Работы прошли на участке, расположенном напротив средней общеобразовательной школы «Дружба». Именно по этой дороге дети идут на занятия. Участники субботника вывезли несколько кубометров хвороста и бытового мусора. «Пока снежного покрова практически нет, мы можем привести территорию в порядок», – подытожил Алексей Солдатенко.